Добро пожаловать на канал 18 соток. Сегодня покажу и расскажу вам о остром перце, который называется Bishop Grown. Вот такой вот еще очень интересный по форме острый перец. Очень красивые, необычные плоды. Называется Bishop Grown. У него также еще масса других названий. В разных странах его называют по-разному. И Аджи Флор, Аджи Цветок, и Аджи Орхидея. И просто епископ, и корона епископа, колокольчики, рождественский колокольчик, перец камбуси, убатубы камбуси. Перечислять очень долго, как называется этот перец, имеет другие названия. Этот перец с характерным фруктовым ароматом. Как правило, плоды сушатся и перемалываются для добавления в различные блюда. В свежем виде применяется для приготовления соусов, сальсы и салатов. Это не очень острый перец. Острый он только ближе к семенам, а мякоть по вкусу сладкая с фруктовым привкусом. Сроки созревания этого перца от 90 до 100 суток. Растение довольно большое, вырастает от метра до полутора метра, дает хороший урожай с одного куста от 30 до 50 плодов можно собрать. Вот так выглядит плод этого перца. Очень интересный, красивый такой. Вот так выглядит перец в разрезе. Толщина стенок около 2-3 миллиметров. Очень сочный. Как я уже сказала, привкус у него фруктовый. Острота чувствуется только возле семени. По остроте этот перец где-то имеет 500 единиц по шкале Сковила. На этом обзор этого перца я заканчиваю. Заходите на канал, буду знакомить с другими сортами острого перца.